В минувшие выходные священный колокольный звон вновь объединил Россию, Украину и Беларусь. В каждом городе праздновали 1025-летие крещения Руси. Главное торжественное богослужение в Чувашии провел владыка Чебоксарско-Чувашской епархии митрополит Варнава. Несмотря на дождливую погоду, жители Чувашии по-прежнему спешат на божественную литургию, посвященную 1025-летию крещения Руси. Недаром проходит она в Новочебоксарске, потому что именно здесь находится собор святого равноапостольного князя Владимира. Меньше чем за час собор наполнился верующими. Праздник значим для всех православных народов, ведь именно в этот день церковь чтит память киевского князя Владимира. Его выбор в пользу православной веры стал судьбоносным для всей Руси, а теперь и России. Владимир и раньше пытался объединить прославянские племена в единый народ, но никакие реформы не помогали ему достичь своей цели. Именно крещение народа помогло князю Владимиру развивать государство, которое постепенно вышло на передовую линию в политическом, экономическом, культурном и духовно-нравственном развитии. Такие мероприятия еще более объединяют людей, тем более, когда такие даты актуализируются, и мы возвращаем историческую память, откуда мы произошли, кто мы и куда мы идем. Конечно, русский народ, народы, населяющие Россию, они несут свою миссию, будучи православными, неся добро людям. И люди, которые это чувствуют, конечно, они приходят в храм. Как отметил иерей Дмитрий Нестеренко, несмотря на 70-летнее атеистическое прошлое, вера у народа по-прежнему жива. Сам праздник крещения Руси был учрежден только в 2010 году по инициативе Русской Православной Церкви. Наш храм величественный вот такой, имени князя Владимира. Наверное, что-то это значит все-таки для нашего города, вообще для всей Чувашии. Потому что такой большой праздник, и владыка приехал. Для нас это очень большая радость. Мы узнали, конечно, об этом давно, об этом празднике. Вот решили поучаствовать как-то, посмотреть. Мы сами не из Новочебоксарска, из Чебоксар. Но вот ради такого события решили приехать, посмотреть на богослужение. Мы говорим, мы казаки, воины Христовы. Для нас это праздник всегда. Каждый праздник мы встречаем с радостью. Крещение Руси – это общий православный праздник. Действительно, к нам сегодня приехал Варнава со священнослужителями всей Чувашской республики, чтобы еще раз вместе с нашими горожанами, вместе с православными объединиться духовно на благо нашего города. Татьяна Филатова, Евгений Анисимов, Республика.